Голубева Лиза, ученица 1 В класса средней школы номер 1. Учитель Максимова Татьяна Васильевна. Самуил Маршак. Багаж. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку выдали даме на станции 4 зеленых квитанции. А то, что получил багаж, диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и маленькую собачонку. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Схватились на станции, но потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку. Товарищи, где собачонку? Видят, сидит у колес огромный взъерошенный пес. Схватили его и в багаж, где раньше лежал саквояж, корзина, картонка. И где раньше была собачонка? Приехали в город Житомир, носильщик 15 номер. Везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и... А сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а дама-то как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой оттолкнула диван. Корзину, картонку, верните мою собачонку. Постойте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции. От вас был получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзина, картонка и маленькая собачонка. Однако во время пути собака могла подрасти.